Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим десерт. Готовится он очень быстро, просто. Понадобится небольшое количество ингредиентов. Этим десертиком со мной поделилась одна подруга. Мне он очень понравился. Я решила его приготовить дома. Кстати, сахар и мука для этого десерта не потребуются. Получается десерт также полезный. В миску выбиваем 2 яйца. Добавляем 2 стаканчика натурального йогурта. Добавляю сюда 2 столовые ложки меда. Мед нам заменит сахар. Добавляю 2 столовые ложки крахмала. У меня крахмал кукурузный, можно любой. И здесь у меня еще экстракт ванили. Экстракт ванили можно не добавлять. Это по желанию, или заменить его ванильным сахаром. И теперь все просто перемешиваем венчиком. Тесто готово, как вы смогли заметить, замешивается оно буквально за 5 минут. Десертик этот запекается в формочках из-под кексов. Я его буду запекать в силиконовых формочках. И теперь просто заполняем формочки. Хватает на 9 порций. Можно это делать с помощью столовой ложки, можно просто разлить, так как тесто получается жидкое. Также для красоты я положу несколько ягодок черники. У меня замороженная, можно положить другие ягоды. И отправляем запекаться наш десерт на 30 минут при 160 градусах. И вот такая красота у нас получилась. Посмотрите, заменит сырники или запеканку. Давайте достанем несколько и посмотрим, какие они у нас получились внутри и снаружи. Это вот такой новый способ приготовления сырников на завтрак или на полдник. Обязательно приготовьте и напишите мне в ваших комментариях ваши отзывы. Давайте я вам разрежу один, посмотрим, какой он у нас получился внутри. Посмотрите. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.